не может просто не прилечь на Сильвию, потому что не осталось там нисколько пространства между автомобилями. Лосев тут как тут, близко, очень близко, Евгений Лосев. Перекладка. Двумя колесами за пределами трассы. Ну что же, последний проезд четвертого этапа NDSGP 2023 года. Евгений Лосев преследует Романа Тимодаренко, по нему корректирует Стамбул Z1. И теперь Лосев уже придет. Подлез на внутреннюю траекторию, а параллельными курсами автомобили двигались, да, безусловно, но были ли они сверхблизки? Нет, абсолютно точно. Да, первый заезд там был поближе, если два первых сектора вспоминать, но опять же там у Ромы была небольшая коррекция на входе в УЗ.
трасса. Двумя колесами за пределами трассы. Ну что же, последний проезд четвертого этапа RDS GP 2023 года. Евгений Лосев преследует Романа Тивадар, который не мог корректировать стамбу за это один. И теперь Лосев уже предельно. Shifting, spin it out, what you talking about? Say it quickly.